Район многоквартирных домов. Жильцы обустраивают новые квартиры и стараются не смотреть в окна. Вид неприглядный. На углу улицы Владимирской и бульвара Евскина временное ограждение земельного участка разлетелось во время сильного ветра. Восстанавливать его не стали, поступили проще – демонтировали. И открыли на всеобщее обозрение свое отношение к Анапе и анапчанам. Горы мусора, бытового и строительного, пакеты. Такой ассортимент устраивает только бездомных собак. У людей воспитанных картина вызывает возмущение и раздражение. Начнут валить всякую гадость. Не на мусорке, вот даже сзади возьмите, посмотрите. Не на мусорку, а буду туда за территорию выкидывать. В микрорайоне в нескольких метрах от этого участка школа и детский сад. Стоит ли говорить о санитарной обстановке, безопасности и примере подрастающему поколению? Все стройплощадки курорта под особым контролем. После разгула шквалистого ветра тем более. За две недели большую часть объектов восстановили или восстанавливают. Должностные лица были предупреждены о том, что они должны привести его в надлежащий вид. Было дано, соответственно, время, срок для этого устранения. На тех должностных лиц, которые не устранили, были составлены протоколы об административном правонарушении. Но установить временное сплошное ограждение – полдела. Необходимо содержать его в надлежащем состоянии. Стройплощадка на улице Некрасова. Нет секции. В заборе повреждено ограждение. Специалисты управления муниципального контроля составили протокол о нарушении. Подготовили пакет документов, направили на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа. Пример добросовестного отношения – стройка на улице Астраханской. Хозяева участка содержат ограждение в хорошем состоянии, обеспечивая безопасность, и следят за внешним видом. Ограждение закрыто баннером. Оформление будет меняться, так как требования города изменились, и плакаты тоже должны измениться. Оно будет оформлено на весь забор по требованиям города. Ну, там будут находиться тюльпаны. Во время проведения строительных работ яркие плакаты на ограждениях придают ухоженный вид и стройке, и городу. Специалисты муниципального контроля проводят ежедневный мониторинг стройплощадок курорта. Оформление заборов баннерами тоже на контроле специалистов.